Антонина Павловна, вот вспомните 1939 год. Как люди воспринимали в то время нормализацию отношений с Германией, вот когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа? Вот как вообще люди? Мы как-то и контактов таких не было, я бы сказала. Ну, есть страна Германия, есть страна такая. Нет, а вот как в Советском Союзе воспринималось, что как-то нормализовывались отношения с Германией? Как вообще? Ну, у нас же был договор о ненападении, как раз перед началом войны. Угу. И как вот люди подписан. Воспринимали вот это вот? Там еще дети были по существу-то, 17 лет. Вот в 30... А вы не будете писать, вот в 39-м году я окончила фармшколу калужскую и была направлена работать в Ленинград в 42-м году. Была там в блокаде в тяжелом 42-м году в течение 7 месяцев. Потом по состоянию здоровья я вернулась в Калугу в 42-м году, окрепла. Тут немножко попиталась, тоже в таком состоянии, что я не могла самостоятельно идти. Конечно, это очень страшно. Антонина Павловна, скажите, пожалуйста, а вот в 39-м году, вот по вашему мнению, вот как вы вот себя помните, было ли ощущение, что скоро война с Германией будет? Нет, не было, мы студенты, учащиеся, я в 39-м 7 класс окончила. И так, даже настроений и никаких больше нет? Никаких даже предначертаний, что будет война. Скажите, а вот как вы узнали о начале войны 22 июня 41 года? Я была на практике в Алексине. И у нас в эту ночь было учение, вот такое, санитарные, мы важные, раненые, отравленные газом, мы их подбирали, была воздушная тревога, оказывали помощь, такую, примитивную, конечно, которая нужна будет в войне. Вот такая вообще подготовка шла, обучали нас пользоваться противогазом, делать перевязки. Вот в школе учились стрелять из винтовки, у нас было военное дело, стрелять учили. Ну вот, вот вы ночью там, у вас было учение, да, правильно? Да, а утром по радио объявили, началась война. То есть вы слышали речь Молотова 20, вот, по радио, да? Не, отбой тревоги где-то был около часа ночи, мы уже уснули, а проснулись, и пришли наши сотрудники и говорят, что по радио объявили начало войны. Ага, понятно. Меня отправили домой. А в армию вы попали добровольно? Да, я пошла. И в 42-м году, в 41-м году, когда началась война, вы знаете, что в Калуге был организован комсомольский молодежный специальный эшелон, который направился по призыву городского комитета комсомола оказать помощь фронту. Мы не знали, куда нас пошлют, а мы были участники обороны Москвы, копали противотанковые рвы. И наш труд не пропал даром. Враг был остановлен. То есть вам даже довелось принять участие в обороне Москвы? Да. А вот какие-нибудь еще города и... Ну вот вы освобождали или обороняли, или только... Мы в госпитале работали, к нам раненые приезжали. Ну вот такой большой город, как Могилев. Могилев. Белоруссия. Это оборона была города или наоборот освобождение? Это освобождение. Ага, Могилев. Освобождение. Уже он освобожден был, а мы вошли уже, еще горящий был. А потом мы поехали вдоль Белоруссии за фронтом, через Польшу, Германию. То есть и вы в Германии тоже были? Я расписалась на Вестаде. Мой конечный пункт под Берлином, город Ансвальде, под Берлином. Антонина Павловна, а вот вы можете вспомнить какой-нибудь самый яркий эпизод, который произошел с вами во время Великой Отечественной войны? Который вот запомнится? Кроме блокады, да? Вот самое страшное, когда блокада, когда жизнь в городе Ленинграде не кончалась, также продолжалась работа, школы, работали театры. А,
гуляли. И как раз в этот период, когда я была в летнем, были летние ночи, да. Ясные дневные ночи, да. Ага, белые ночи. Белые ночи mm-hmm. были, да. Но это как вот считать, ну как у нас вот начинает смеркаться. Mm-hmm. Конечно, свет и вообще не зажигался. Mm-hmm. А так вот было светло достаточно. Mm-hmm. И самое страшное, что вот идешь по городу, человек падает, mm-hmm. и ты ему ничем не можешь помочь. Mm-hmm. Отопление было печное. Я работала в детской больнице, uh-huh. где находились неизвестные недели больные от голода, uh-huh. дистрофики. Uh-huh. Нужно было после работы ехать за город, uh-huh. не за город, а на окраину города, разбирать один-два деревянных дома uh-huh. и на грузовом трамвае доставить топливо. Uh-huh. И вот когда эти дома разбирали, то и трупы на койках лежали уже засышные. Ну а вот вы сказали, что вам довелось расписаться на Рейхстаге, дойти до Берлина. А вот, вот в этот путь, который вы прошли от обороны Москвы, да, до Рейхстага. От Калуги уже. Даже от Калуги, от Калуги до Рейхстага. Вот в этот период, вот вы можете вспомнить какой-нибудь самый яркий эпизод, самый яркий случай, который с вами случился? У нас госпиталь был профиль ранения полости живота и ног. Угу. И вот когда молодые ребята, твои же ровесники, катались вот на таком вот дощечке на роликах, опираясь о землю, было очень тяжко и очень тяжело. И вообще смотреть боль раненых, это, конечно, очень тяжело. Пережить. Работали мы по трое-четверть суток, не выходя из госпиталя, потому что потом, когда мы отступаем, то потери будут меньше. Uh-huh. А когда наши части идут в атаку, uh-huh. то потери, конечно, увеличиваются. И если бы не медики, uh-huh. которые вылечили и поставили в строй более 70% раненых, uh-huh. потери наши были бы более колоссальные. И вот не случайно в нашем городе, единственном в Советском Союзе, памятник медицинским работникам. Uh-huh. Антонина Павловна, скажите, а вот у вас какие-нибудь награды, связанные вот с тем, что вы очень мужественно и героически во время войны принимали участие, есть ли у вас какие-нибудь награды? Медаль за боевые заслуги. Угу. Это боевая медаль, а за спасение раненых, за оборону Москвы. Угу. Ну и потом уже нам дали орден Отечественной войны. Угу. И орден Отечественной войны. Скажите, а вот с какими чувствами вы пошли на войну? Чувство помочь фронту, mm-hmm. чтобы побыстрее была победа. Mm-hmm. Скажите, а вот говорят, что в начале войны, 41 год, да, 42, говорят, что в Красной Армии было много дезертиров. Вот вам довелось как-нибудь сталкиваться с дезертирами в Советской Армии? С ними непосредственно не приходилось сталкиваться. А может вот быть, когда в 44-м году угу. наш госпиталь привели в прифронтовую, он двинулся за фронтом. Угу. И в Кричеве нас под Могилевом нас очень сильно бомбили. Там было предательство начальника станции. Он собрал очень много эшелонов. Угу. Были вот два госпиталя с боеприпасами, и вот были, вот и еще состав вот с этими штрафниками, угу. которые дезертировали, потом их ловили или переходили в плен, потом сдавались, а их отправляли в штрафную роту, ага. которая шла в бой в первый раз, в атаку, ага. в лобовую атаку. Антонина Павловна, скажите, а вот как лично для вас воспринималось то, что в начале войны Красной Армии пришлось отступать? Это же страшно, угу. страшно. А когда мы попали в оккупацию, вы представляете, что если в июне началась война, угу. то уже 10 октября угу. наш город был оккупирован. Угу. Вот за какой период они сумели так быстро
прийти в Калугу. Но отсюда-то мы их выгоняли, с нашей же Калужской области, до 44-го года. 3 года пришлось выгонять-то. 42-й, 43-й и почти 44-й. Вот как трудно нашей армии. Потому что мы не готовы были к войне, потому что был подписан накануне акт Молотова о ненападении. Ну, они готовились. Ага. И вот бедные жители вот Бреста, Минска, Киева, они первые приняли на себя удар, были первые раненые, были первые убитые, были первые пожарища. Брестская крепость, вот защитники Брестской крепости, это, конечно. А вот вы что-нибудь знали, вот так как вы человек, который принимал участие в обороне Москвы, вы, возможно, должны знать о параде 7 ноября на Красной площади? Ну, как, не придавали этому значения. Ну, а вообще знали, что он... Знала, конечно. Ага. Да. А что, как о нем говорили, что о нем говорили, помните? Ой, мальчик, что-нибудь попроще. Ну, вообще, это война это достаточно сложно. Это сложная вещь, очень тяжелая, конечно. И вот я вернулась уже в декабре 45-го года, пока последний раненый можно было транспортировать его, хоть на носилках в Советский Союз. Антонина Павловна, скажите, а вам приходилось когда-нибудь сталкиваться лично или, возможно, вот что-нибудь рассказывали о тех людях, которые попали в штрафные роты или штрафные батальоны? Приходилось? Не, а где их встретишь-то? В госпитале к нам не приходили. У них специальные были. Нет, не приходилось. Скажите, а вот когда пехота в атаку шла, они кричали за Родину, за Сталина? Ну, а как же. А вы слышали это сами? Нет, я сама не слышала. Все-таки мы несколько километров были от передовой-то. Ага. Ну вот, снаряды мимо нас летели и бомбили также. Ага. А как вы тогда знали о том, что они вот когда шли в атаку, кричали за Родину, за Сталина? Может, вам кто-то рассказывал? Они рассказывали. Рассказывали, да? Раненые рассказывали, ага. Делились. Угу. Придешь к ним. И вот были такие случаи. Угу. Я работала в аптеке. Угу. Но если мы в Советском Союзе пополнялись, если мы теряли при бомбежках, при обстрелах свой штат, то уже на территории Большой Германии уже пополняться нечем было. И мы работали, как тогда говорили, за себя и за того парня. И так что приходилось им в палаты ходить, оказывать помощь им, делать перевязки. И я сначала здесь поступила, не было по моей специальности работы. Я поступила, сам пропускник мне предложили. Это девчонки, 17 лет. Это я должна, значит, сам летучка подошла. Я должна вдвоем с девчонкой разгрузить на носилках, перенести в сам пропускник, раздеть его до нижнего белья. Вот эти белье его верхнее сложить в мешок, отправить в дескамеру, потому что вшилось мало. Ведь раненые годами не мылись. Они вот сейчас имели попасть в госпиталь, их помыли, их тут обработали. Вот это и для них счастливая минута была. Антонин Павлович, скажите, а кого в армии считали наиболее выдающимся полководцем? Жуков, Рокоссовский, наш командующий 2-й Белорусский фронт, Конев, да все наши маршалы были, конечно. Скажите, а вот есть мнение, как бы, что Георгия Константиновича не очень любили на фронте и говорили о том, что он очень жестокий человек и относились к нему плохо? Ну, вот. Не, относились к нему неплохо, но, ребята, если бы не жестокость, если бы было то, что сейчас вот поблажки всякие идут, да? Вы знаете прекрасно об этом. Вот к этим всяким миллиардерам и олигархам, и всем, которые наживаются за счет нашего населения, вот мы бы не выиграли войну, если бы не было этой вот... То есть
вот, требовательность и пусть жестокость была. Строгость вот эта, она была оправдана. Строгость, но была оправдана. Ага. Скажите, а вот на фронте были люди разных национальностей. Вот по вашему мнению, многонациональность – это плюс или минус? Мы дружные были. Угу. И никаких проблем у вас не возникало? Никаких проблем нет. Вот эти, как вот, казахи или там вот в Средней Азии выступали, у них вот на шее, раздеваешь его, приходит начина, отбирает деньги, отбирает ценности, какие у него есть на хранение. Боже упаси, он не даст. Будет кричать на своем, не дам. И что, не забирали? И не забирали у них деньги? Не, ну что силы-то? Нет, не отбирали. Скажите, а вот ваше участие в войне как-нибудь повлияло на отношение к религии? Может быть, вы в Бога стали верить или наоборот? Знаете, в детстве мама ходила, и меня брала иногда вот на Пасху там, или на еще на Рождество какие-то такие. Но мне это не привилось. Ага, понятно. Скажите, а вот... А вот так, если что, идешь, случается... О, Господи, помоги. Вот это еще вырывается. Это, наверное, сейчас у каждого это стало. Антонина Павловна, скажите, а вот вы как человек, который дошел до Берлина, да, а вот можете рассказать, как вас встречали в освобожденных городах и селах? Почти населения-то не было. Встречать-то некому было. А вот, ну, может быть, вот, а особенно Белоруссия. Там одни печные трубы. Ну вот, а если после Белоруссии Польша, вот Германия? Польша, Германия. Хорошо. А можете какой-нибудь конкретный рассказать случай, может, пример, в каком-нибудь городе или селе? Так особо так, ну вот заходишь, они вот такие были. Это где? Поляки. Ага, ага. Они вот этой вот Сабы вот это оттуда пришло. Ага. А там мощеные улицы были. Угу. И вот они субботу, воскресенье шли в костёл. И вот это тук-тук-тук-тук-тук. Они были религиозные. А вот как они вас встречали? Встречали как они? А как? Мы приезжали, там почти нет ничего. Сначала, наверное, за неделю наш начальник или отправлялся в разведку, выбирал нам это помещение или размещение в госпитале. И приезжали мы прямо работать, нам некогда было. Ну, вообще-то нормально. Вот, например, в Германии мы были хорошо относились. Может, дарили там цветы или еще что-нибудь? Было такое? О, нет. Не было? Такого, нет. Так вот, здравствуй, вот поляки идешь, должен к они. Вот это здравствуй. Они такое приветствие, вот мне запомнилось, должен к они. И вот они заходят в магазин, должен к они. Здравствуйте. Ну, у них вот такие, как сейчас у нас стали частные магазинчики при доме. И в Польше, и в Германии. Вот такие у них частные. Антонина Павловна, скажите, а вот можете рассказать, как себя вели наши солдаты вот в Европе, в освобожденной, в частности, вот в Германии? Как они себя вели по отношению к населению? К населению? Потому что как бы есть два мнения, одни говорят, что издевались, а вторые говорят, что хорошо, наоборот. Или было и то, и другое. Они издеваться не издевались, но вот отбирали у них вещи ценные. Это я представляю. А так, чтобы они издеваться, нет. Не было такого, я не слышала и не встречала. И вот мы... в Германии были, недалеко от Берлина, а потом нам дали трехдневное увольнение в Берлин, ну что ж мы под Берлином, в Берлине посмотрели. Ну, да. И поместила нас эта комендатура на одну квартиру. Она была русская и выселенная в 18-м году, а муж был немец. И вот их выселили, они вот жили в Германии. Она по-русски очень хорошо разговаривала, а он ни слова.
Но потом выяснилось, что к ней на свидание приходил наш солдат. И она попросила соседку, чтобы она взяла нас к себе. И мы перешли к этой женщине. Она полячка, по-русски хорошо говорила. Отнеслась она к нам очень тепло. Во-первых, она всем нам перемыла голову, мы трое были. И стала, наши девушки, пока замуж не выйдут, сами голову не моют. Положили нас там запички, такое широкое настил был, она поселила матрацы, вложила, и вдруг среди ночи стук-стук в дверь. Она выбежала, и она по-русски говорила, и говорит, здесь русские находятся, этим солдатам. А у нее была дочь, и еще из Польши приехала ее подруга. Жили. И вот, и потом мы затихли и смотрим, это там дверь закрылась, вот как сейчас дверь в комнату к ним. Русская речь. Они их пустили через окошко. И вот началась готовка, видно, эти солдаты принесли продукты питания. А началось варить, варить, что они там готовили, и ушли, и уходили так же, через окошко. Скажите, пожалуйста, а вот вас чем-нибудь удивила вот жизнь за границей? Вот, может быть, из архитектуры или вообще вот из жизни повседневной? Вот мне удивило одно. Почему Германия так жила прекрасно и напала на Советский Союз? У них, знаете, они жили одни имениями. Вот стоит дом, у него лес, у него рыба, пруд, у него какое-нибудь производство или гончарное, или спирт, или рыбные промысел. Жили они прекрасно. А вы знаете, какой порядок у них в садах? Нас посылали для раненых яблоки собирать, фрукты там такие. Такого порядка я еще не видела. Скажите, пожалуйста, а вот как вот вы вообще воспринимали врага, вот фашистскую Германию? Как вы вообще его воспринимали? Можете как-то характеризовать? Ну, в связи с тем, что они все-таки к нам относились по-доброму, особого зла нет. Но вот как сейчас их встречают, у меня всегда отвращение. Так как они издевались над нашими людьми, у меня отвращение. Когда, ну это уже встречают послевоенные жители. Будем говорить о войне. Да. Скажите, Антонина Павловна, а вот что-нибудь вы слышали во время войны об армии Власова? Армия Власова, это были предатели. Да-да-да, вот вы что-нибудь слышали о них? И вот когда я уже из уст едов слышала, когда была в Волгограде. А что про них там говорили? Там его приняли-то, что он такой жестокий был, и все такое. И издевался, и пытался, конечно, навязать свою политику. А вот, и они еще, и вот когда мы поездом там три остановки надо было ехать до Берлина, от Ансвальда, и поезд перед Одером остановился, потому что в вечернее время через Одер пограничники не пропускали составы. И нам сказали, здесь орудуют власовцы, так что залезайте спать под лавки, чтобы вас не видели. Понятно, даже такое было. И да, уже после войны, и все равно они продолжали преследовать нас. Скажите, а вот что представляло наибольшую сложность в быту в солдатском? Вот не в работе, не в... А в быту, да, вот в быту. Что они все время были на передовой, не мылись. Вот это самый бич их. Кормили их хорошо, полевые
кухне, и нас тыл снабжал питанием хорошо. Потом, когда открылся второй фронт, нам хорошо помогала Америка этими своими консервами. Проблемы с питанием у них не было, считаю, но вот с помывкой дело дрянь. Скажите. Ну, конечно, передовой-то когда это в кухне придет. Понятно. Скажите, а когда было труднее воевать? В какое время года? Зима, лето? Когда? Зима, конечно. Зимой, зимой. И потому что холодно было? Холодно, да, и такое. И солдатам укрыться негде. Скажите, а вот у вас было оружие личное? Может быть, вообще не было, да? Это только офицер был. Скажите, а вот вам приходилось сталкиваться с какими-нибудь развлечениями во время войны? Может быть, к вам артисты приезжали? Или наоборот, вы сами какой-то самодеятельностью? Не, мы сами вот танцы были, выступали там в подвалах. В госпитале подвал был, потому что маскировка. Так развлекались. А домой письма писали? А как же. Что писали? Писали. Вот только что вот прервалась связь там вот в этом, в Кричеве, когда нас бомбили, 4 часа. Вот представляете, взлетела красная ракета, мы уже спать приготовились. И вдруг дежурные стояли и кричат: «Выбегайте!» Тревога. И мы в чем были, в том выскочили. Но к нашему составу был прицеплен паровоз. И начальник эшелона под оружием заставил машиниста оттянуть наш состав в лес. И потом, когда на рассвете, вот бомбили 4 часа. Вот одна партия отбомбит, вот такие парашютики были повешены. На бомбу, да? На да, над всей этой станцией. И было светло, как днем. Я не знаю, как там светилось у них. И они видели. И прятаться было некуда. Вот дома ни одного. Все было сожжено. Вот были землянки. И каким, и вот все бегут, и я бегу, все бегут, и я бегу. И в этой землянке-то не то что сидеть, стоять. Лежали друг на друга, и вот нам еще тоже повезло, бомба упала в туалет. У нас только посыпалось, вылетели стекла из этой землянки, посыпалась земля, но мы остались. А вот на рассвете мы собирали наших убитых, раненых, и всех приносили в наш эшелон, который остался, состав, и там мы развернули госпиталь целую неделю. И вы представляете, рельсы точком стояли. Вот такая была сильная бомба. Скажите, а вот как относились к тем солдатам, к советским, которые побывали в плену в Германии и потом вернулись обратно на родину? Вот можете сказать, как к ним относились? Ой, я не могу вам сказать. Вот у нас был один. Я на экзамен работала, главным бухгалтером был, он был в плену. И ему долго не восстанавливали участника войны, хотя он не по доброй воле попал. Презрение было. Конечно, скажите. А вот вы сказали, что там, когда открылся второй фронт, американцы начали помогать там. И тушенка. И медикаментами, и перевязочным материалом, и питанием. Приходилось ли вам есть вот американскую тушенку? А как же, а чем же мы питались? Ели, она очень вкусная была, как колбаса. Скажите, а вот как вам пришлось встретить День Победы 9 мая 1945 года? Вот 9 мая я как раз дежурила. Где это было? И нам было... А где это было? В Арцвальде, под Берлином. В Германии. Да, в Германии. И нам было после часа ночи право сна. А до часа там то с кислородом, то и за новокаином, то еще зачем прибегали. И я, видно, так крепко уснула, что ко мне ломились
в дверь, стучали и гремели начальник аптеки, начальник госпиталя, еще там офицеры. Ой, смотрю, дверь трещит. Я встал, кричу. Они как, кто? Открывает дверь. Они налетели на меня, схватили. Победа, война кончилась. Ой, давай спирта. Я говорю, берите. Бочку берите. Вот так вот вам пришлось встретить тебя. Да, вот так я там встретила. И вот за этот мой сон крепкий, на второй день меня отправили в Польшу за спиртом на грузовой машине. Дали мне двух грузчиков. Мы ехали, снаряды расстреливали, в воздух все летело. И вообще, и приехали мы. Там в Польше тоже был спиртзавод с таким мнением. Налили спирта. Я в кабине сидела, а они там были наверху. А бочка закручивалась. А они, эти два грузчика, ой, как они умерли. Они шланг протянули и чистый спирт потягивали. Ой, я приехала, я испугалась. Они... Я говорю, как они не умерли. И еще, ребят, мне запомнилось вот в Кличеве при бомбежке, когда мы собирали своих раненых, там был такой забор, и под забором была такая канавка. Лежала женщина. Ее видно, и, не знаю, осколком или ее с волной убило. И вокруг нее ползал. Ребенок маленький, ну, годика, наверное, не было ему, и звал мама, мама. И его местные жители взяли к себе. Вот это я до сих пор не могу запомнить. А мать погибла, да? Это она, да, она погибла, а он закрыл вокруг меня. Очень тяжело. И смерть раненых, и вообще. Вот придешь, это вот без ноги, твой ровесник, без двух ног. Сестричка, напиши письмо маме, что я от ран умер. Писала я, при нем я писала, он мне диктовал, я писала, но не опускали вещи. И вы знаете, что под Брестом был госпиталь, которые не пожелали вернуться домой к родителям, быть обузы. И вот... Как вот они дальше тогда жили? А? Как они дальше тогда жили? А в госпитале был. То есть они в этом они госпитале? Они в этом лечились, их питали. А потом пока что они... с ними происходило? А потом они там, конец их жизни было, их похоронили. То есть они прям до конца в жизни в этом госпитале оставались? Кончалась их жизнь. И вы знаете, я давно была в народном доме на лекции одного большого начальника. И он сказал, что в Подольском у нас есть тоже такой же госпиталь афганцев, которые не пожелали вернуться к родителям. Скажите, пожалуйста, Антонина Павловна, а вот после войны было очень много фильмов снято о тех событиях, которые происходили в этот период. Вот можете какой-нибудь фильм нам, название фильма, который наиболее правдиво передает атмосферу того времени? Вот название фильма какого-нибудь. Ну, «Трисанкиста», «Небесный тихоход», действительно, летчики. Все военные фильмы, все правдивые были. А вот книгу какую-нибудь посоветовать? Книгу? Я даже не знаю, когда. Книги потом уже, мемуары стали выходить, позже. Эти маршалы стали писать мемуары, воспоминания о своих днях военных. Спасибо.